Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся на территории одного из крупнейших храмов базиликального типа, найденных на территории Херсонесского городища. Он по сей день называется в честь своего исследователя, графа Алексея Сергеевича Уварова. Называется базиликой Уварова. Момент его обнаружения состоялся гораздо раньше. 2 годами ранее, в 1851 году, эту базилику открыл в ходе своих работ лейтенант Черноморского флота Михаил Сергеевич Шемякин. Его фамилия напрямую связана с событием Крымской войны, которая началась в октябре 1853 года. Примечательно, что в то время, когда уже прогремели первые выстрелы сражений этой кампании, здесь, на территории Херсонесского городища, свои исследования как раз-таки производил граф Алексей Сергеевич Уваров. Как бы то ни было, но с началом Крымской войны раскопки пришлось приостановить, находки были собраны, а мозаичный пол, найденный в этой части Уваровской базилики, пришлось законсервировать и отправить в Государственный Эрмитаж. Крымская кампания бесславно закончилась для России. Она нанесла также и значительный ущерб этому замечательному памятнику. Предположительно, в ходе фортификационных работ французами базилика была разрушена летом 1855 года. В этой же кампании погиб и первооткрыватель Уваровской базилики, лейтенант Шемякин. Увидеть этот замечательный памятник, как и многие другие, вы сможете, посетив Государственный музей-заповедник Херсонес-Таврический.